Здравствуйте! В эфире программа «Неделя спорта». Я ее ведущий Роман Полинсков, как обычно, в это время на телеканале «Универ ТВ». В ближайшее время я и мои коллеги расскажем тебе о самом интересном из мира студенческого и российского спорта. Сейчас коротко о том, что ждет тебя сегодня в программе. Студенческая волейбольная лига. Федеральный университет против архитектурно-строительного. Товарищеские матчи команды футбольной медиалиги «Тама Джунта». Рубин Уфа и обзор противостояний Акбарса против СКА и Авангарда. По классике начинаем с первой лиги и континентальной хоккейной лиги. Акбарс на этой неделе провел два матча, один против питерского СКА, другой против омского Авангарда, а Рубин провел свою первую встречу без Леонида Слуцкого против футбольного клуба Уфа. Далее все подробности у Амира Сабирова в его обзоре. Всем привет, с вами Амир Сабиров. Поговорим о казанском хоккее и футболе. Начнем по традиции с хоккея. Долгожданная победа Акбарса после трех поражений подряд случилась 17 ноября. В гости приехал самый серьезный соперник, питерский СКА. В первом периоде на 16-й минуте барсы вышли вперед. Кирилл Петров бросил из-под защитника в левый от себя угол, и 1-0 за казанцами. Никита Гусев в середине второго отрезка сравнял. На ложном движении уложил вратаря и бросил в девятку. 1-1. В конце второго отрезка двумя выходами 1-1 дубль оформил Александр Радулов. Вот так на 17-й минуте после паса Бурмистрова. Две минуты спустя уже с передач Воронкова и Юдина. 3-1. Игорь Ажиганов на 5-й с передач Воробьева и Гусева сократил разницу в счете. Вернул гандикап Илья Сафонов на 13-й с передачи Янчевского. Вот таким щелчком с правого фланга. 16-я минута, и Радулов оформил хет-трик. Суета перед воротами, и нападающий буквально затолкал шайбу в ворота. 5-2, уверенная победа Казани. Второй раз за 6 дней Акбарс сыграл с Авангардом. На этот раз на арене в Омске. Два безголевых периода, и наконец прорвало в третьем. Зият Пайген на 5-й минуте вывел хозяев вперед. Щелчок с дальнего расстояния, и закрытый Белялов не среагировал. 1-0. Прошло 4 минуты, и Дмитрий Воронков в большинстве с пятака забил свою первую шайбу в сезоне. Ассистенты Радулов и Шипачев. Овертайм. Вторая минута, и хорошая атака Авангарда закончилась голом. После долгого видеоповтора арбитры засчитали шайбу. 2-1 за Авангардом. Переходим к футболу. Первый матч Рубина после отставки Леонида Слуцкого. Временно исполняющий обязанности главного тренера Юрий Уткульбаев начал с победы. В столице Башкортостана казанцы встретились с Уфой. Хозяева открыли счет первые. Иван Темников после ошибки Юрия Дюпина открыл счет. Передача с центра на правый фланг, и мощным ударом в дальнюю 9 нападающий забил. В добавленное к первому тайму время Виталия Лисаковича оставили одного перед воротами, и тот разобрался с голкипером. 1-1. Почти весь второй отрезок был без голов, но в самом конце, на 85-й минуте, тот же Лисакович вывел Рубин вперед ударом головой. 2-1 Рубин берет важнейшие 3 очка за один тур до большого перерыва в чемпионате. На этом все. Вот такой выдалась неделя у Акбарса и Рубина. На следующей неделе будет еще интересней. Пока-пока. Увидимся. Теперь отправляемся в КАИ «Олимп». Именно в этом спортивном комплексе на прошлой неделе состоялись товарищеские матчи команды «Тама Джунта» из футбольной медиалиги, победителей первых фиджитал-играх. В соперниках выпускники и учащиеся Казанской школы-интернат номер 1 и дети с синдромом Дауна. Здесь нет никакой турнирной значимости. Игры несут исключительно благотворительный характер. Подробнее о мероприятии далее в сюжете. 15 ноября в КАИ «Олимп» прошел товарищеский матч популярной бразильской команды «Тама Джунта» с детьми с синдромом Дауна. В сентябре 2022 года чемпионы фиджитал игр за победу в медиалиге получили 1 миллион рублей, который они вложили в фонд специальной олимпиады. Мы понимаем, что уровень команд совершенно разный, но это прежде всего носит такой благотворительный характер, и надо отдать должное ребятам из Бразилии, победителям игр, что они те призовые деньги, которые выиграли, заняв первое место, отдали на благотворительность, именно на вот это движение специальной олимпиады. Соперниками популярных латиноамериканцев стали выпускники и учащиеся Казанской школы-интернат номер 1. Также «Тама Джунта» сыграла с футбольным клубом «Добрыня», который состоит из детей с особенностями развития. Для них это очень большой опыт в плане игры, потому что они должны чувствовать,
что такое настоящая игра, неважно, дружеская, либо вот прям соревнования, они должны это почувствовать. Потому что наши тренировки состояли, ну, просто владение мячом, это одно. А когда уже именно идет соревновательный момент, это совершенно другое направление для них. И они уже чувствуют, что им надо сосредоточеннее быть, надо уже двигаться вперед, надо внимательно, надо как-то вот уже характер свой проявлять. И для них это очень огромный опыт, очень огромный опыт. После матча с Добрыней, который завершился разгромным счетом 7-2 в пользу Добрынь, футбольные блогеры сыграли с командой «Платина». Эта встреча оказалась более напряженной. В равной борьбе с небольшим преимуществом победил клуб «Тама Джунта». Ребята нисколько не расстроились, ведь играли на одном поле со своими кумирами. Вот такие вот дружественные матчи, они, конечно, порой дарят те эмоции, которые во время спортивных, вот именно соревновательных игр практически нереально получить. Все парни очень довольны, улыбки весь матч. Красивые голы. Я думаю, все были довольны. Нет выигравших, нет проигравших. Поэтому очень рад, что приехали сюда. Прошедшее благотворительное мероприятие значительно повлияло на развитие социальной адаптивности у участников социального движения. Софья Воронова, Екатерина Лангаева, Илья Королев. Неделя спорта. Теперь о волейболе. 16 ноября в спортивном комплексе «Тезуче» женская сборная Казанского федерального университета по волейболу вступила в новый сезон студенческой волейбольной лиги. Первый соперник – Казанский государственный архитектурно-строительный университет. Сам матч прошел в одну калитку. Волейболистки федерального университета под командованием главного тренера Артема Григорьева забрали себе все три партии. Первая завершилась со счетом 25-13, вторая и третья – 25-15. Уверенный вход в сезон у сборной Казанского федерального университета. Ну а теперь переходим к главной теме этого года – чемпионат мира по футболу в Катаре. И обсуждать эту тему, естественно, будем с Александром Андреевичем Дегтяревым. Александрич. Привет. Отлично было. Как дела? Прекрасно. Чемпионат мира стартовал. Кайф. Футбол. Его много. И это не первая лига. Да. К твоему счастью. К моему счастью. Стартовал чемпионат мира. К моему несчастью закончился чемпионат мира Формулы-1. Но будем смотреть футбол. Катар. Зимой. Ну, Катар. Кому какая разница. То, что зимой, давай этот фактор сначала обсудим. Вот есть у тебя сейчас лично вот впечатление, то, что ну вот чемпионат мира стартовал, вот мы его долго ждали? Обсуждал это с одним футбольным человеком, который мне на это резонно возразил. Только у нас сугробы, и только у нас нет прямой ассоциации с футболом, с летним видом спорта. На самом деле чемпионат мира зимой, в этом есть и большие плюсы. Никогда плюс до этого... для Франции. Они первые и единственные чемпионы, если не считать отрывок Второй мировой войны. Дольше всех были в статусе чемпиона мира. Может быть, я не считал. В общем, смотри, до этого чемпионат мира всегда проходил летом, и на него приезжали футболисты, я говорю про последние годы, которые участвуют в Еврокубках, играют в основных составах своих клубов и проводят за сезон там 50 плюс матчей. А сейчас они приезжают на пике своей спортивной формы, и они будут показывать тот футбол, который могли показывать, условно, там, на первых стадиях Еврокубков. Да, потом будет головная боль и проблема у клубов возвращать футболистов в оптимальной кондиции, но сейчас все приезжают в топовый фон. АПЛ перебью, Boxing Day, у АПЛ же обычно конец декабря, это сразу же после чемпионата мира. Вот те топовые футболисты, которые сборной Англии и в других, вот как им? Ну, ребята, пашут. Юрген Клопп будет очень много жаловаться на эту тему. Ну да, проблема, ну а что поделать? До этого это была головная боль сборных, теперь пусть пострадают немножечко клубы. Но я думаю, что раз в 4 года можно потерпеть и посмотреть чуть менее яркий футбол там, в 1/8 и 1/4 ЛЧ, зато у нас будет классный ЧЭ. Надеюсь, классный. Относительно чемпионата мира, для российских болельщиков, понятно, ловить абсолютно нечего. Сборная Сербии. Ну, только если сербов поддерживать, но все равно, плюс еще из-за зимы, нет такого ажиотажа, как, например, был на чемпионате Европы 2021 года, чемпионат мира, ну, наш уж я не буду говорить, там чемпионат мира 2014 года, ажиотаж был огромный, что все просыпались там в 3 утра, в 5 утра, ну, смотрели матчи сборной Коста-Рики и Японии, например, вот.
Сейчас в целом о... Зачем русским смотреть чемпионат мира? Нет. Ну, а по сути, да, можно тоже к этому привести. Но смотри. За кого болеть, сборная кроме России, Сербии? Сборная России до чемпионата мира 2018 года играла в 2014 году, но в 2006 году ее не было. Мы же смотрели, в 2010 году сборной России не было, но мы же смотрели. Ну, то есть, так или иначе, российский болельщик, он просто будет выбирать для себя какую-то национальную команду, просто будет ее поддерживать. Условно, Аргентина, там, Португалия, Испания, Германия, не суть. Поэтому, да, но не Италия. Чуть обиднее от того, что сборная России не попала там по политическому решению, и у нас там был хоть какой-то шанс отобраться. Но по факту нам надо было выиграть в отборе два матча, что было, ну, практически нереально с теми соперниками, которые сборной России предстояли. Поэтому можно это расценивать так, как будто мы туда не попали и по спортивному признаку тоже. Потому что в группе, если ты помнишь, в последнем матче с Хорватией мы не добыли тот результат. Окудряшовились, назовем это так. Не добыли тот результат, который нужен. И поэтому это такой же чемпионат мира, как будто он был в 2010 году, например. Я не знаю, я тогда вот за Аргентиной плотно смотрел, за сборной Англии. Вот и за мальчиком, что же он делает? Мороженое, оно же липкое. За кем следить? Вот на самом деле, на какую сборную стоит обратить внимание? Понятное дело, большинство российских болельщиков будет болеть за Сербию, и за кто-то за Нигерию, то, что там наш русский парень. За кого? Ну... Мне кажется, есть смысл следить за какими-то неочевидными сборными. Понятно, там есть Германия, есть Бразилия, топовый состав, все дела. Я бы обратил внимание очень пристальное на датчан. Я точно буду смотреть за Уэльсом. Интересно, как Бейл отбегает свой последний вообще международный турнир в составе сборной. Вообще в футболе, может быть, он закончит в этом же году. Я буду очень пристально следить за Хорватией, потому что она прибавила... И, наверное, ну, Сербия не только потому, что там вот это наши братушки и все дела, просто потому что там действительно очень топовая оборона собралась и очень сильная атака. Поэтому я думаю, что там какой-то сюрприз таится вот в тех командах, которые я перечислил. Еще сборная Голландии. Ее в последние годы так немножечко с первых мест отодвинули. Ну, за последние лет 12. Лихорадило последние турниры. Да, они не отбирались, они пропускали большие турниры. Сейчас у них очень-очень-очень опытный тренер Луи ван Гал. Я думаю, что он может с этой сборкой преподнести большие сюрпризы. От голландцев я жду как минимум какого-то классного матча в четвертьфинале. Проклятие чемпионатов мира. Четвертое место сборной Франции гарантировано? Я думаю, что, ну, четвертое нет, но вполне возможно, что они не выйдут из группы. У меня нет объяснения, почему так происходит. Ну, а что по составу сборной Франции? Вот, Оливье Жиру, основной бомбардир Милана. Ну, он староват. Бензема травмировался незадолго до старта чемпионата мира. Это, в общем, основная ударная мощь национальной команды. Но есть Мбаппе. Поэтому там не должно быть проблем с составом. Да, не поехал Погба, но есть исполнители в центре поля, которые спокойно его заменят. Многие даже Погба еще играет. Нет такого уже ажиотажа, как в 2017-2015 году. Тот же самый Погба, когда феерил в Ювентусе. Сейчас он где, кстати? Сейчас он травмирован. Сейчас он, по сути, нигде. Но будет играть за Ювентус уже после чемпионата мира. Mm-hmm. Бензема потеря, но не критичная для сборной Франции. Я думаю, что все перед французами есть, чтобы это самое проклятие снять, выйти хотя бы со второго места и просто сказать: ребят, вот мы задачу минимум выполнили. Ну а если смотреть на Евро, если смотреть на тот же ЧМ, предыдущий, но это же классная команда. И исполнители там с 18 года хуже точно не стали. Угу. Давай будем закругляться, так как в эфирное время у нас не резиновое, но все-таки пора. Прогнозы — дело неблагородное, но так как ты вел раньше у нас программу FIFA прогноз, я тебе каждый раз это буду припоминать. Кто чемпион мира? Понятное дело, прошло только 2 дня, 3 точнее. Давай сборная Бразилии, пусть будет так. Не пентакампионы будут, а сикстокампионы, ну, да? Получается так. 6-й кубок они возьмут. Пусть. С кем в финале будут играть? На самом деле я не верю в Бразилию, я просто сейчас от балды сказал. Давай пусть они будут играть в финале со сборной Эквадора. Нет, ну серьезно, если все же ждут финал Аргентина-Португалия, вот это будет топовейшая рубка, если так произойдет. Криш или Месси решится в 22-м году. Дерби Луи Виттона.
Да, если, конечно, до этого дотянем. Андреевич Дегтярев был у нас сегодня в студии, спортивный обозреватель, прекрасный человек. Большое тебе спасибо, Саш, то, что пришел к нам, как всегда, свое экспертное мнение вот на наш огромный стол просто взял вот так вот, вывалил. А мы это будем сейчас анализировать вместе со зрителями. Паша, спасибо. Спасибо тебе. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. А что будет дальше? Посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Еще увидимся. До новых встреч.